Бундесвер розпочне тренування українських військових на танках Леопард 2 у середині наступного тижня. У Німеччині запланована тривалість навчань – 6-8 тижнів. Відкрито почали говорити, що тактика приміння танків, в тому числі. Крайні важна про це пише держпігель. За інформацією видання за останні кілька днів із Польщі до Німеччини прибули перші групи українських військових з військовою технікою. Навчання розпочнуться на військовому полігоні Мюнстер у Нижній Саксонії, де українські підрозділи вже тренуються на бойовій машині піхоти. Мардер бундесфер планує своєрідний турбокурс для українських військових, частина яких прибула про. То з передової у районі міста Бахмут ідеться в матеріалі лише за 6-8 тижнів українці повинні навчитися основ керування складною системою озброєння, а також відпрацювати взаємодію бойових танків Леопард 2 і БМП. Мардер, за словами військовослужбовців, через брак часу можна навчити лише основ, бо навчання команд зазвичай триває кілька років. Якщо все піде за планом, підготовлені бійці. Мають повернутися на передову в Україні разом із бойовими танками Леопард до кінця березня, пише Держпіґіль. Нагадаємо, що 29 січня танкісти з України прибули до Великої Британії для початку проходження підготовки. Великобританія оголосила, що надасть Україні 14 сучасних танків Челенджер 2. Дорогі друзі, привітаю вас на моєму каналі. з вами Тарас Березовець. Сегодня поговорим с вами о ключевых событиях минувших 24 часов. В Бахмуте с понедельника запрещается въезд любых гражданских лиц. Въезд будет осуществляться только по спецпропускам. Эта мера введена с целью борьбы с дивизионно-разведывательными группами противника. И этот шаг сделан исключительно для облегчения участи гражданских. По-прежнему на территории города продолжает оставаться по разным оценкам около 3000 гражданских. В город постоянно заезжают различные волонтерские группы. Естественно, противник может использовать этот трафик для того, чтобы заводить в город собственные ДРГ. В Молдове может зреть путь, государственный переворот. Об этом предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В частности, он заявил об этом после прозвучавшего на этой неделе заявления президента Украины Владимира Зеленского. Он обратился к лидерам Европейского Союза. Также заявил о том, что вся информация была передана президенту Молдовы Майя Санду речь идет о возможности государственного переворота на территории Молдовы, который Россия подготавливала в течение всего минувшего года. Кстати, эту информацию ранее подтверждали и представители молдовских спецслужб. Мы должны быть готовы к тому, что февраль месяц будет очередным решающим месяцем, возможно, самым тяжелым с момента полномасштабного российского вторжения. Об этом заявляют представители украинской военной разведки. Также об опасности победы Путина. Именно так победы Путина заявил президент Польши Анджей Дуда, призвав западных союзников не мешкать с предоставлением Украине новейших образцов вооружения. Обо всем этом и другом поговорим далее. Итак, с понедельника на территории города Бахмут, города-крепости, который сражается, начиная с весны 2022 года, и до сегодняшнего дня не взят российскими оккупантами, вводится новый режим. Об этом сообщает ряд источников, в том числе офицер с позывным Мадяра. Он сообщил о том, что с 13 февраля будет действовать особый порядок въезда всех гражданских, они будут заезжать только по спецпропускам. соответствующая мера введена из-за опасений появления в городе новых российских ДРГ. Шаг абсолютно логичный. Очевидно, что вводить его нужно было принимать еще ранее. Однако, как мы понимаем, линия фронта здесь не является непрерывной, и противник имеет возможность проникновения собственными ДРГ и в других участках фронта, но тем не менее, как минимум, с западной части, куда рвутся российские оккупанты, и через которую осуществляется, по сути, существует дорога жизни, завоз боекомплекта, завоз пополнения, вывоз раненых, вывоз гражданских, то есть вот этот коридор западный, который крепко держит украинская армия, там сейчас необходимо вводить дополнительные меры безопасности. Общее количество гражданских, находящихся на территории города, до конца неизвестно. По разным оценкам оно может достигать порядка трех тысяч человек. Напомню, до российского военного вторжения Бахмут был достаточно крупным городом. Там жило свыше 70 тысяч человек. Сейчас осталось менее пяти процентов до военного населения. Город в течение многих месяцев продолжает жить без воды, газа, света. Воды, естественно, в таких условиях жить трудно военным, но еще труднее там находиться гражданским. Главная новость безусловно минувших суток. В том, что продолжается история с возможным государственным переворотом Пучем на территории соседней республики Молдова. Следом за президентом Зеленским свои комментарии сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил о том, что Россия подготовила отряд кадыровцев для переворота в Молдове. Соответствующие комментарии он сделал в эфире одного из украинских телевизионных каналов. Цитата. Не говорим, что в Молдове ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок. Напомню, ранее на этой неделе произошла отставка правительства Натальи Гаврилицы, которая подала в отставку. Президент Молдовы предложила в качестве нового главы правительства председателя, секретаря Совета безопасности Молдовы Дорина Речина. Речь он длительное время ливался советником Май Санду по вопросам нас безопасности и обороны секретарем Высшего Совета Безопасности. Ситуация вокруг Молдовы начала обостряться еще в середине минувшего года. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил еще летом, в июле о том, что Украина готова предоставить э, необходимые средства и ресурсы для руководства Республики Молдова, чтобы э, избавиться от российских оккупантов, находящихся на территории страны. Мы как государство и спецслужба, заявлял тогда в июле минувшего года, Буданов, сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле. Напомню, после гражданского конфликта, прогремевшего на земле Молдовы, который был инспирирован тогда действиями Кремля и российских спецслужб в 1992 году, произошло установление фейкового, никем не признанного ПМР Приднестровского Молдавского, Приднестровской Молдовской Республики, которая существовала бы там недолго, если бы не экономическая военная помощь Российской Федерации. Напомню, на момент распада Советского Союза на территории Молдовы там находилась 14-я общая армия, которую возглавлял тогда полковник, будущий генерал Александр Лебедь, будущий секретарь Совета Безопасности России. И один из претендентов на место президента, который погиб в загадочной авиакатастрофе. Напомню, будучи губернатором Красноярского края, вот эта самая 14-я российская общевойсковая армия со временем была переформирована, она была в значительной мере сокращена, переформирована, сейчас она называется... Оперативная группа российских войск в Приднестровье. Штаб-квартира ее находится в городе Террасполе. Она является непосредственно остатками 14-й гвардейской общей войсковой армии вооруженных сил СССР и соответствующим значит, вооруженных сил Российской Федерации. По штатной численности установленной на сегодняшний день. Ее личный состав составляет 6489 человек, из которых сержантов-солдат 4272, прапорщика 854, офицеров 1362. Реально костяком этой российской группировки является подразделение специального назначения. Реально, реальная боевая часть, эта армия составляет не более 2000 человек. Однако самую вкусную, самую сладкую часть этой общей войсковой группировки составляют огромные склады бывшей 14 армии Вооруженных сил СССР, которая до сих пор находится там на территории непризнанного Приднестровья. І где знаходяться дефіцит на в котрох і міни, в яких остро нуждаються як армія окупантів, так і ворожоної сили України? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.